Окей, всем привет, добро пожаловать в новый влог. Я меняю свою стратегию. Я пересмотрел свои цели на 2024 год и поговорил недавно с там одним чуваком с одного лейбла. Ну, я ему рассказал и поделился с ним, что я хочу там зарелизить много синглов в этом году и хочу делать клипы. Ну, если не на каждый, то на большинство из них. И он сказал, не трать даже время и деньги, клипы тебе ничем не помогут. Лет 8 назад клип — это классно было. Сейчас клипы никому не нужны, если ты уже не устоявшийся и суперизвестный артист. Клип тебе ничем не поможет, и сфокусируйся на коротком контенте, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts и все такое. Поэтому я официально заявляю, что я меняю свою стратегию релизов, и, ну, может быть, я один клип сделаю на какую-нибудь песню, у меня есть там одна на примете, но в целом, я думаю, я буду, конечно, выпускать эти песни и фокусироваться больше на коротком контенте разного-разного формата. Я сейчас на This Party Sucks. Столько всего пробую, нового, интересного, чего раньше никогда не делал. Сегодня я даже в молле снимал, как я посреди молла стою и пою, что для меня вообще страшно. Я не люблю вообще публично делать такие вещи, но... Oh my God, I'm so uncomfortable right now. God. Yeah, I guess I gotta do it, right? This party fucking sucks. There's nobody here I wanna see right now. All I do is think about us, yeah. I just wanna know where you gon' be tonight. Gonna be tonight. I go. Как говорится, знаете что? Вы знаете что. Как вы можете ожидать других результатов, новых результатов, когда вы делаете все по-старому? Правильно? Правильно. Это не применимо к моему инстаграму Веня Пак, потому что там я все делал по-старому и появились новые результаты. Вы понимаете. Поэтому очень важно экспериментировать, пробовать новые вещи. Ну да, я немножко меняю свою стратегию. И, да. Ну что я так начал вообще с какой-то болтовни? Добро пожаловать на новый влог. Да, вот Intermediate до Advanced уже начинается буквально через пару дней. Но у меня для вас новый тариф Alert. В этом новом тарифе есть все то же самое, что и в самом максимальном тарифе Pro. Но там еще плюсом чат. Личный чат. Со мной и с мистером Дмитриусом Пистоляка. Поэтому, если вы хотели себе найти speaking buddy хорошего, или даже двоих, вы теперь можете это делать. Мы будем с вами болтать на английском языке. О чем вы хотите? Ссылка в описании. Жду вас на курсе. Наконец-то один из самых моих лучших друзей в этом мире, Дмитрий Пистоляка, начал, наконец-то решил начать делать контент и делать блог. Причем, пару разных. Большой молодец. И я ему помогаю с монтажом, и сейчас я ему монтирую видосик. Вот, смотрите, сейчас покажу вам. Вот так вот, Окей, как я говорил в прошлом видео, преподаю три класса по вечерам. Первый мой класс — это Beginner Grammar. Второй класс — это Intermediate Slang and Idioms. И третий класс — это Advanced Communication Skills. Вот, у меня сейчас начинается первый класс Beginner Grammar, чтобы вы понимали. Ой, секундочку. Present Simple. Вот. У нас есть curriculum, у нас есть такой бук, по которому надо работать, но он мне не нравится, поэтому я его использую, как знаете, не как requirement, а как suggestion. Они мне в этой школе здесь доверяют, поэтому я могу делать, что хочу, грубо говоря. Но не заходя за рамки, конечно же, того, что нам нужно учить. Я просто делаю все по-своему. Мы проходим, что нужно проходить, но я делаю все по-своему. Then he does a few exercises. Has breakfast. Yours. Is it just regular possessive or is it reflexive? Right. You have to look at the sentence, figure that out, and then circle the version that you think is correct. So go ahead and do that now. I'm gonna let my dogs decide what kind of song I'm making today. I wrote down two genres and two moods, and now they're gonna pick. For genre, we got alternative. And for mood, we have, drumroll, angst. Okay, what about something like, I'm not sure where I'm going with this one. A little reverb, or a lot, and distortion. We need more. Give me three random words. Easy or difficult? Difficult. Alright, bro, alright. Hard, fuck, and suck. Okay. Face to face, what's on? We need more. And this is what we got. Baby, it's too hard for me to handle now. This party fucking sucks. There's nobody
can't believe I'm saying this, but this party sucks is out now, I guess. Итак, в прошлом году, в прошлом сезоне влогов, я вам рассказывал, когда я только начал снова играть в волейбол, после, ну, больше, чем 10 лет, да, больше, чем 10 лет спустя, я вам рассказал, что меня хотела зарекрутить волейбольная лига Лос-Анджелеса. Но я отказал им, потому что я не мог такой сделать time commitment. Слишком, у меня слишком мало времени, но я бы очень хотел. Так вот, они мне сказали, что вот абсолютно недавно, может, пару дней назад мне написали и сказали, что, типа, ты можешь не вступать, но можешь, когда хочешь, приходить просто с нами играть. И я такой, окей, когда у вас следующая игра? Они говорят мне, в субботу. Я говорю, в субботу? Какое совпадение, в субботу я как раз свободен. Поэтому я сейчас по мрачному, туманному, как это называется? В общем, по мрачному, туманному, дождливому Лос-Анджелесу я сейчас еду в вот эту вот локацию лиги. Она, конечно, далековато от меня, это тоже часть того, почему я не хотел вступать тоже. Но мне очень интересно на самом деле поиграть с ними, потому что, ну, они все-таки, это лига, все-таки они прям играют, это, знаете, ну, это типа не хобби, не любительская тема. Мне очень-очень интересно будет этот experience с ними поиграть просто, поэтому вот мы сейчас с вами едем вот туда. Постоянно, когда дождь, или даже как минимум какой-то намек на дождь в этом городе, все начинают ехать, ну, как будто в первый раз. Кстати, я тут новой камерой снимаю, на которую я особо никогда раньше не снимал. Ну, как новая? Она не новая, она у меня уже очень много лет. Ну, сколько, я не помню. Но я постоянно вижу, как Марина с этой палкой сейчас ходит. Вот, и, ну, я такой, подождите, у меня же тоже такая есть. Я ее купил, когда, я не помню, в каком году я ее купил, но я ее купил там в 17-м, может быть, году. Я на нее снял там 2 кадра, может быть, и все. И, может быть, вы теперь не будете жаловаться мне, что где стабилизатор, все такое дело. Вот он, стабилизатор, пожалуйста. Ну, я честно, если честно, я забыл, что она у меня есть. Вот это вот проблема первого мира, да? Я забыл, что она у меня есть. Она просто у меня лежала на полке. И я потом увидел Марину с этой трубой. И я вот, ну, тоже вспомнил просто. Поэтому посмотрим, как пойдет. Я не знаю, на самом деле. Ну, вроде как качество картинки приемлемое. Я не знаю, какой звук, насколько звук хороший. Но у Марины вроде хорошо пишет. Я думаю, будет нормально. Поэтому, возможно, у нас новая старая камера, на которой я теперь буду снимать всегда. Если действительно адекватно и вам нравится картинка, вам нравится качество, вам нравится звук, то мне и удобно с такой маленькой ходить палочкой, да. Поэтому, окей. И мы еще едем через трафики, через дожди, через медленных водителей. Мы едем, но мы скоро уже приедем. Прикиньте, надо еще в общественной этой парковке на улице заплатить за парковку, понимаете? Ввести свой номер. Я забыл номер своей машины, представляете? Ну, типа номера. Окей. Я был прав. 8 часов. Ну, 8 часов мне не надо, но это самое минимальное, что у них есть. $10. Ну, кстати, для даунтауна довольно-таки неплохо, я бы вам сказал, если честно. Ну, я хорошо, я приехал вовремя. Сколько времени? Время 4:41. Мне как раз начинается игра в 5, мне как раз есть немножко времени размяться. А что, мне это надо на свой этот дашборд закинуть, да? Ну, вроде да. Самое главное теперь не забыть, где я припарковался. Но у меня, ладно, это приложение машину, локацию найдет. Я сейчас в даунтауне, вам покажу атмосферку. О, кайфы сплошные, да? Сплошные кайфы. Вы видите. Если бы по этой камере передавался запах, друзья, вы бы вообще всю атмосферу прочувствовали этого района даунтауна. Запах — это все просто. Это просто вообще самое главное здесь. Мне так не терпится уже, потому что это первая моя игра в волейбол в этом году, в 2024 году. Потому что там, где я обычно играю, они сейчас на небольшом перерыве до середины февраля. Вот поэтому, только поэтому я сюда пришел сегодня.
Ну, не только поэтому, но... Вау, тут так круто, вот это да! Я не мог там пройти, ну, видимо, дверь входная где-то дальше. Вау, какой там цивильный зал, я вообще офигел. Вот это да, там, небось, еще полы крутые. А, вот, для дебилов дверь открыта, блин. Ёшкин кот. А мне через внутрь, да, проходить, да? Ну, тут много разных залов. Блин, крутой центр. Полы какие, смотрите. Какой пол там, вау. Вау. This party fucking sucks. There's nobody I wanna see right now. Yeah, all I do is think about us. Yeah, I just wanna know where you're gonna be tonight. Gonna be tonight. I call. Прикольно, мне очень понравилось. Намного, конечно, ну, уровень игроков выше, чем в том месте, которое я ходил до этого. Вот, но, ну. Если честно, так было интереснее. Не, очень классно было, мне очень понравилось играть. Единственное, только мне не понравилось, что я, ну, немножко уставший. Вот, был уже до этого. Вот, ну а так, помимо этого, очень классно, на самом деле, очень-очень классно. Вот, все, пора домой. Надо выгуливать, кормить собак. И завтра у меня с самого утра целый день просто контента будет. Мне надо с самого утра туда-сюда по всему городу гонять и всякие съемки, делать контента, поэтому... Вот, воскресенье... Не получится у меня отдохнуть. Вообще у меня не получится отдохнуть вообще всю неделю. Вообще. Вот так вот. Но ничего. Я отдохну вот сегодня вечером, сейчас. Не буду больше работать, ничего делать. Я просто выгуляю, покормлю псов, поужинаю сам. И там посмотрю телек. И все. И ничего такого. И завтра подъем. Ребята, подъем. В 7 утра мне надо встать будет, да? Что не так уж плохо на самом деле. Но мне очень понравилось играть. Было очень прикольно. Как вам эта камера? Нравится? Я не могу поверить, что я вообще не снимал на нее до этого. Почему? Непонятно. Может, мне просто не нравилось, что она маленькая, я хотел на большую снимать. Дурак! Окей, все, поехали домой. Ой, сколько мне сейчас ехать до дома? Ой-ой-ой-ой-ой. О, 20 минут. Неплохо. Вау! А, сегодня суббота. Ох, если бы вы знали, этого влога почти не было, на самом деле. Собирался сегодня утром, как я вам говорил, вчера после волейбола, у меня весь день сегодня контента. И взял с собой эту камеру, карту памяти на столе нашел, вставил все и собрался снимать, ну вот, может быть, полчаса назад. И карта памяти не рабочая. У меня на столе лежало две. Одна была не рабочая, которая сломанная, ее нужно было вообще выкинуть. И вторая, на которую я снимал вчера. Ну так вот, я взял сломанную, потому что ту, на которую я снимал вчера, у меня вставлено в компьютер сейчас. Поэтому я супер оперативным образом вообще поехал в магазин и купил карту памяти. Вот, поэтому я сейчас еду на первый спот, так скажем, полчаса мне ехать. А потом с этого первого спота на второй спот мне вообще через весь город надо будет ехать. Я предполагаю, что мне где-то будет час или полтора часа ехать с первого спота на второй спот. Но сегодня еще воскресенье, понимаете, то есть нету трафика. Если бы сегодня было не воскресенье, то я бы, наверное, 2 часа, может быть, блин, ехал бы, но ладно, поехали, как говорится. Ну вот в итоге все вот это вот, я из машины быстро выпрыгивал, потому что пошел дождь и забыл камеру в машине. Я тут сейчас в тату-студии Пони, и мы с ней сейчас снимем контент, поснимаем контент всякий, я для себя, для песни This Party Suck поснимаю что-нибудь, и мы еще для аккаунта ее студии тоже снимем, поэтому вот. Это первая остановка сегодня. Не знаю, смотрите, видите вы или нет, Cybertruck едет, черный, матовый. Сейчас, если мне позволят, ближе к нему подъехать, хотя бы на секундочку, чтобы посмотрели на Cybertruck. Cybertruck. Здрасте. Халло. Попу покрасил. Да. Ой. Ты взял целука? Кого взял? 3 прикида. Да, да. А, супер. Добро пожаловать. Вы уже здесь много раз были, но добро пожаловать еще раз. Ну, я в первый раз здесь у тебя в гостях. Понимаешь?
имею честь вас принять в первый раз. Спасибо. Вот. Если вы хотите женщину, то есть, ну, девал-версия. Я люблю фиолетовых женщин, кстати. Вот, это, да, она имеется у нас тут. Отлично. Вот. Если вы хотите побежать в микрофон, насколько я имею представление, вы умеете, да? Ну, я иногда. Здрасте. Это бывший блондин. Сам мини-камера у тебя. Это, ну, у меня все мини. Не как у тебя. Ты-то максималист. У тебя огромный член. Да, это правда, я видел. Как по мне, это делает ситуацию намного лучше. Можешь так попробовать? Да. Так снимаешь на нее. Видно, видно? Вот, я снимаю вот так вот. А смотри, ты можешь, смотри, вот видишь эта серая кнопка? Нажми ее три раза. Раз, два, три. О, вот это технология! И что, как вообще камера? Я не знаю, первый раз снимаю. А, да? Да. Я ее купил много лет назад и забыл. А ты любишь 24 кадра снимать, кстати? А ты как снимаешь? 34. Я не люблю 30. Я люблю как в кино. Он просто живет в кино, понимаешь? А мы живем, а мы в дешевом сериале живем. На ТНТ. Ну я чёрт выбираю «Счастливы вместе». Мой... Ну, я выбираю сериал «Улица», я в нем снимался, потом меня вырезали. Я был в главной роли, поэтому сериал, а, ты знаешь. Как тебя вырезали, если ты был в главной я роли? Я был в главной роли, 3 месяца снимался, потом пересняли весь сериал. А, ну тогда не вырезали тогда. Ну, пересняли. Пересняли тебя. А, так это не настоящие барабаны. Ты не умеешь играть. Вообще... Ты не умеешь играть. Я вообще просто, ну... А, не придумал. Это была лучшая шутка, что ты мог придумать на самом деле. Вот это вот, я там... Поэтому... А, да, кстати, да, включи камеру. Кстати, пиздатое решение в целом. Включи камеру? Ну, если хотим снимать, то камеру, ну, включали лучше, да. Ну, обычно так делают. Обычно делают, но... Я слышал, на меня слухи доходили такие, что профессионалы включают. На самом деле. Я пока не профессиональный, поэтому я пока камеру не включаю, когда записываю. Ну, вот я забываю. У меня, кстати, был один момент, я снял целое видео, братан, 30 минут снимал. Сидел, просто говоря, и потом я такой, окей, выключаем запись. И она включается. Я такой, нет! Разговорник какой-нибудь? Да, разговорный видос 30 минут я снимал. Можем увеличить все. Или байт мне длиннее? А я не знаю длина. Байт мне популярнее. У меня там я выложил... Если next to you, миллиард. А, у тебя... У меня. Я байт мне выложил просто видос, ты видел. Но я выложил еще слайд-шоу. Да, и на слайд-шоу... 300, по-моему, тысяч. Миллион. На слайд-шоу миллион. Больше, чем даже на моем видео. Да, я так же тоже сидел. Я да? не буду записывать ничего, я буду слайд-шоу ебаные делать. Да? Да. Зачем? Не, братан, снимаем хорошо. Ты просто возьмешь кадры оттуда и сделаешь слайд-шоу. Ну, хоть куда, я голодный, я сегодня вообще не ел ни разу. О, для съемочки-то готов! Не, у меня просто не было времени. Да-да-да, что ты? Я до тебя снимал тоже. А? Я до тебя, до того, как приехал, я снимал тоже. А, серьезно? Контент, да, у меня не было просто времени пожрать, и поэтому... Видите, думаете, так легко? На самом деле сложно быть клоуном перед камерой прыгать. Трудимся, снимаем, да? Ты что делаешь? Да, хочется себе Balenciaga, как бы... Ну, понимаешь. Трясешь тут богатством своим. Ну, понимаешь. Потому что я нищий, на самом деле. Если я был действительно богатый, я бы не носил... Ты в черной водолазке ходил бы, да, типа? Да, в черной водолазке каждый день в одной и той же. Ну, кто тут богатый? Смотри, какой дом ты купил. Кто из нас еще богатый? Трясет богатством. Я же не купил. Ну, какая разница? Да? Купил. Согласен. Ладно, купил. Конечно, купил. Ой, хорошо. Хорошо тут у тебя, мне нравится. Согласен. Блин. Приехать к тебе жить, что ли, тоже? Может, переехать, на самом деле, я не против. Меньше понтов и больше такого фундаментального всего.